с тобой сегодня делать? У нас две миски, вода, помидоры, какие-то пустые тарелочки. Как-то странно, что же мы будем делать? Мы будем брать помидоры без рук. Мы будем доставать помидоры из воды только зубами, без рук. И ложить их в пустые мисочки. Выиграет тот, кто первый достанет, ну сколько, давай попробуем, 5 помидор. Тот получит небольшой приз, да? Давай на счет 3 начинаем? Да. Без рук. Рук нету. 1, 2, 3. Пошли. Элина алды. Рука. Или брала помидор руками. Или руками. Ладно. Один пуск будет один там. Один назад возвращаем. Да. Поехали дальше. Давай, Элиф. Давай. Элиф 9. Мама только 7. О! Что, выиграла? Да, так. Победила? Да. 10 помидор. Хватит уже. Ты выиграла. Элиф понравилось. А у меня сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня только 8. А у тебя сколько? Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Ничего себе, держи полотенце. Я тебя поздравляю, 12 помидор. Хотя у нас было 10, ты даже больше взяла. Умница. Значит, будет большой сюрприз. Больше, чем другой будет? Конечно, это был просто маленький мороженка, а теперь большой сюрприз. Какой сюрприз мы покажем ребятам в следующем видео. Это будет для тебя и для ребят неожиданность. Да. Давай скажем ребятам пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новое видео. Пока-пока. Пока-пока. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь.